Современное искусство каллиграфии в Твери. Чем оно привлекательно и почему так завораживает? Искусство есть микроскоп, который художник наводит на тайны души, чтобы показать эти общие для всех тайны людям. Эти слова великого русского писателя и мыслителя Льва Толстого актуальны во все времена. И ведь действительно, произведения искусства нередко являются отражением переживаний мастера, который делится этим с другими через свое творчество. Так и тверской художник-каллиграф Павел Делов в авторской выставке «Слово» раскрывает чувства в своих работах, передавая это с помощью многообразия форм и различных шрифтов. Павел Делов – представитель направления современной каллиграфии. Он разработал собственный композиционный стиль «Момент». Художник работает на разных поверхностях – полотна, авто, стены в коммерческих и жилых помещениях, а также кастомизация одежды и различных предметов декора. Павел не стоит на месте, постоянно развивается, участвует в различных фестивалях, посвященных уличной культуре. Ранее я занимался граффити. В принципе, это, как, так скажем, определенный подвид, назовем его так, каллиграфии на данный момент времени. И сейчас уже любовь к граффити переросла в то, что вы видите сегодня здесь на выставке. Авторская выставка «Слово» – особое творение Павла. Основная задача этих работ – показать многообразие и уникальность современной каллиграфии. Это не просто искусство красивого письма, а оформление знаков в гармоничной и искусной манере. Современная каллиграфия довольно разнообразна – от бытовых рукописных надписей на открытках до высокого искусства, в котором экспрессия написанного рукой знака не всегда рождает четкие буквенные формы. Красота и таинственность каллиграфии представлены не только на полотнах, но и на инсталляциях. В каждом произведении прослеживается стиль мастера, автобиография, различные этапы жизни, а также собственное восприятие мира. Все это передается различными шрифтами, формой и текстурой с помощью различных инструментов, от кисти с акрилом до аэрозольной краски со шпателем. В Твери очень много талантливых людей, очень много молодых талантливых художников, и на наш взгляд это наша задача, это как раз-таки этим молодым художникам давать возможность выставляться, делать персональные выставки, и Павел как раз-таки не исключение, его первая персональная выставка. Будем надеяться, что это хороший старт для его творческого пути, а нам, в свою очередь, очень приятно, что именно с нашей площадки началась его такая творческая, активная выставочная деятельность. Выставку каллиграфии Павла Делова «Слово» можно посетить до 15 октября в Тверском городском музейно-выставочном центре.